питаются разные животные. Ярослав, это наша домашняя студия. Сегодня день перемен, и ты поедешь на настоящую радиостудию. Ты готов? Да. Всем привет, с вами Надежда Андреева и «Хорошее настроение». Так бы, наверное, начинался мой выход, если бы я сейчас была на работе. На радио я работаю уже больше 20 лет. На сегодняшний день я продюсер Таван Радио. Работа эта моя очень нравится мне, я ее люблю безумно, безгранично. Еще одна моя ответственная работа – это мама. Я мама троих детей. У нас в семье тоже есть разные дни. Самый любимый из них – день лени. Мы в этот день почти ничего не делаем, нам это очень нравится. Еще у нас есть день спонтанной вылазки, когда мы можем просто сесть в машину и куда-то уехать. Мне эта история немного в новинку, но в то же время съемки в сегодняшней программе, я думаю, это новые эмоции, это новые впечатления. Уверена, что у нас все получится. Меня зовут Ярослав, мне 11 лет. Недавно я закончил 4 класс и являюсь круглым отличником. Я изучаю английский уже 6 лет, люблю рисовать, а также у меня очень звонкий голос. Поэтому я часто бываю командиром в школьном мероприятии «Смотр строя и песни». Сегодня до обеда у тебя школьный лагерь. Ну а после этого я бы вырезал фигурку из фанеры. Ну а вечером, как всегда, урок английского. Хорошо. А у тебя сегодня планерка с подчиненными, прямой эфир и программа «Слушать подано», подготовка прогноза погоды, гороскопа на следующий день. Ну а прямо сейчас заплетаешь Соне косички и отводишь ее в садик. Удачи! Сонечка, сегодня какую тебе прическу будем делать? Хвостик? Угу. А какое платье выберешь? Я в этом. В этом будешь? Ну, хорошо. Давай. Поскольку я раньше никогда не делала ей хвостики, у меня не очень получилось, и ей что-то не понравилось. Правда, я не понял, что. Может, мы тебе такой красивый бантик сделаем? Я Нет? Другу. Давай, какой выберешь? Такой? Давай. Ну-ка. Не больно, Сонь? Хорошо. Так. Вот, все, ты у нас красивая теперь, нарядная. Оп, все хорошо. Потянуть? Нет. Всем доброе утро! Доброе утро! Надежде, безусловно, повезло. Отдыхать в школьном лагере – это не на уроках сидеть. Каникулы – бесценное время. За движениями было успевать иногда сложно, иногда не очень. Музыкальная зарядка – это всегда классное настроение, поэтому сегодняшнее утро, я думаю, все встретили на позитиве, и день пройдет отлично. Вот там вот одуванчик, Сонь. Пойдем. Это что? Это самолет. Где? Вот там вот, высоко в небе. Видела. Дувай. Ой, дунь. Для меня это было и приключением, и испытанием. Ведь сначала все было так хорошо. Соня смеялась, мы искали одуванчики. А потом она успела поплакать. По дорожке, ну пойдем. А где мама? Мама? Ты что, забыла? Мама в лагерь ездит. А где она? В лагерь поехала. В школьный лагерь. Я к маме. К маме? Ну ничего, она скоро вернется. Нет. Соня очень любит маму, а я не мама. Я всего лишь ее родной брат. И поэтому она еще не научилась воспринимать меня как маму. У нас второй отряд, и название нашей команды «Звезды». И мы посвящаем в наши звездочки. Вы меня принимаете в свои ряды звездочек. Супер, ребята, мы звезды яркие, будем светить сегодня. Работала я во Всероссийском детском центре «Орленок» много лет. Конечно, лагерь – это особое настроение, это целая маленькая лагерная жизнь. Наш отряд – звезды! Наш девиз – «Верим, звезды выше нет, в нашей
конечно, какой же лагерь без названия отряда, речевки и девиза. И вот когда сегодня мы репетировали эти элементы с нашим отрядом, я прям хотела громче всех что-то сказать, что-то прям как-то по-особому это обозначить, что мы звездочки, ведь если звезды когда-то однажды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Ярик тем временем доехал до Таван-радио, хотя сегодня его правильнее называть Ярослав Вадимович. Таван-радио – это чувашская радиостанция, и Таван переводится как «родное радио» по-другому. Моя мама работает здесь начальником, чему я очень рад. Первым делом, как я зашел в кабинет моей мамы, я увидел список, лежащий на столе. Поскольку моя мама любитель составлять такие списки, нас с братом она тоже заставляет составлять эти списки, но не всегда у нас есть желание идти по списку и вообще их делать. В 39-й школе время мастер-классов. Каждый ребенок выбирает несколько занятий и творит. Как называется наш лагерь? Семицветик! Значит, какой мы сегодня будем делать цветочек? Семицветик! Отлично! Нам сегодня с вами понадобятся заготовки из фоамирана, обычные прямоугольники, 7 штук. А для мальчиков что-то интересное делали? Потому что цветочки, мне кажется, это все-таки для девчонок. Как ты думаешь? И бабочка. У нас были уроки труда, и мы там, представляете, что? Учили водить трактор. Было и такое. Ребята, фоамиран – это волшебный материал, который под воздействием тепла деформируется, и ему можно придать любую форму. Ваши пальчики, тепло пальцев придаст лепестку как бы, ну, вот такую вот форму интересную. Да, здравствуйте. Хочу собрать всех на планерку. Обсудить, что кто сегодня будет делать. Всем привет. Сегодня я работаю вместо Надежды Ивановны и хочу поинтересоваться, кто из вас что будет делать. Я готовлю новости каждый день и каждый час. Социальные ролики и реклама будут расставлены по радио. Отлично. А кто-нибудь из вас может научить меня работать в прямом эфире? Знаете что, Светик-семицветик, он исполняет желание. Вы знали это? Да. Тут даже целых 7 желаний можно загадать. Что вы с этими цветочками будете делать? Маме подарим. Маме подарим? Мы с ребятами очень сдружились, они все такие классные. Мое вожатское прошлое, да, и я как мама на сегодняшний день никак не могу в себе эти кнопочки выключить, и мне все хочется им что-то подсказать, спросить, как у них дела. Вот вообще мне нравится, знаешь, почему наша студия? Потому что здесь удобное кресло. Мне кажется, оно самое удобное у нас на всей радиостанции. Ну ладно, теперь работать. Смотри, ты видишь здесь всего очень много. Во-первых, 2 пульта. Угу. Вот это основной. Он работает для того, чтобы выйти в эфир. Все на самом деле очень просто. Главное не запутаться в вот этих горящих и не горящих кнопочках. Видишь, красная? Это основной эфир, он всегда горит. Поэтому здесь есть такая штучка, чтобы его не нажать, чтобы, ну, случайно не отключить. Угу. Для того, чтобы тебе выйти в эфир и поприветствовать наших радиослушателей, что ты должен сделать, как ты думаешь? Не знаю, нажать какую-то определенную кнопочку. Да, но сначала тебе нужно настроить свое рабочее место. Я это делаю так. Это рабочие наушники. Я их надеваю. Потом я беру микрофон. Вот он делает, видишь, как удобно. Вот так вот. Он поскрипывает, на самом деле, иногда. Но для того, чтобы не скрипел в эфире, лучше его не трогать во время того, когда ты в прямом эфире. Это громкость. А вот для того, чтобы выйти в прямой эфир, нужно нажать всего лишь одну кнопку. Вот это он. Учишь английский язык? Да. Знаешь, что это значит? Включить. Правильно. Ты ее нажимаешь, она начинает гореть красным светом. И для того, чтобы тебя было слышно хорошо в эфире, делаешь вот этот фейдер сюда, где-то вот на этот уровень. Угу. Здесь, потому что обычно играет подложка, музыка какая-нибудь, чтобы она тебя просто в эфире не перебивала. И все. И ты общаешься в эфире со своими радиослушателями. Егора Крида «Сердцеедка» можно услышать не только в школьном лагере, но и на волне 103 FM.
А я могу поставить свою любимую песню? Да, ты можешь поставить любимую песню, только если она есть в нашей базе. Mm-hmm. Потому что просто скачать из интернета и поставить в эфир ты не можешь. В базе у нас есть песни все такие, во-первых, соответствующие нашему формату, во-вторых, все те, чьи права так или иначе зафиксированы у нас. То есть просто так у нас не ставится песня. Угу. Какой-то исполнитель либо с ним заключается договор, либо отчисления какие-то делает. Вот это я точно не знаю. Самое любимое движение, которое я сегодня здесь выучила, это сердечко. Итак, обучение позади. Впереди тренировка речевого аппарата. После шишкосбора все шишкособранные шишки, пригодные для шишкосушения, отправляются на шишкосушительную фабрику на шишковозе. Шишковоз при помощи шишкосвального аппарата сваливает шишки в шишкосортировочный отдел. Шишкосортировщики с использованием шишкосортировочной машины шишкосортируют шишки, пригодные для шишкосушения. От непригодных для шишкосушения шишки, пригодные для шишкосушения, поступают в шишковальный отдел. Речевой аппарат надо разминать перед эфиром, чтобы не опозориться в эфире и не запинаться, чтобы говорить все отчетливо и чтобы люди себя понимали. Вообще, я считаю, что у меня хорошая дикция. Я думаю, это потому что у моей мамы очень хорошая дикция, и мне это передалось от нее. Куда не деться Надежде от микрофона. Вот только вокальный, в отличие от радиомикрофона, можно и нужно держать в руках. Я почувствовала себя артисткой. Артисткой, которая не знает слов песни. И здесь меня спасла мой лайфхак, что я обычно делаю, когда я не знаю слова, я произношу слово 33. При этом рот надо открывать широко и нужно улыбаться. Это главный секрет, теперь его, ребята, знаете и вы. Если не знаете слов песен, стихотворения на массовке, просто говорите весело и на позитиве 33. События дня Ярослава, выход в прямой эфир. Поздравительная программа «Слушать подано» идет по будням с 12 до 14 часов. Сегодня вы можете передать Сегодня вы можете передать приветы по номеру телефона прямого эфира 64 10 03. Код города 83 52. Итак, нам уже написали Татьяна Филиппова. Пишет: «Добрый день, Таван Радио! Сегодняшний замечательный день хотела бы поздравить мою любимую мамочку Галину Петровну, проживающую в Батырском районе, с деревни Старые Тойси. Крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни хотим пожелать и никогда не унывать. Мы все тебя любим. С поздравлениями дочери, зятья и внуки с родными». Я не все слова прочитал правильно, потому что очень напряженная обстановка, я боялся накосячить и волновался, одновременно читал текст, и поэтому было очень страшно. Ну а сейчас мы послушаем песню пьесы «Стас» «Без тебя». Вместо песни Стаса «Пьеха» у меня получилась песня Стаса «Пьеса», потому что очень волновался и неправильно прочитал название. Все получится у нас, мы, ребята, ничего, мы, ребята, просто во! Давайте! Всем желаю удачи! Мы обязательно победим! События дня для второго отряда – веселые старты. На старт! Внимание! Бьется учащенно. Во время первой же эстафеты со мной случился такой казус. У меня слетела моя бандана, но это меня не остановило, потому что я знала, что от моего сейчас рывка, первого рывка, зависит очень многое. Я выложилась на 150%, и у нас мы пока лидируем. Здравствуйте, вы дозвонились.
до программы «Слушать подано». Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И если хотите, можете передать кому-то из своих друзей или знакомых, или родных привет. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я бы хотела передать привет своим двум очаровательным девочкам, дочкам. Отлично. Какую песню вы бы хотели заказать? Какую-нибудь зажигательную песню. Хорошо, специально для вас мы включим песню «Барбарики. Каникулы». Ну, ведущий должен быть уверенным, спокойным, должен везде успевать нажать какие-то кнопки, всегда должен говорить, придумывать что-то на ходу, импровизировать. Со мной были соперники, пусть это и дети, меня, конечно, настораживало, но мы, хочу отметить, друг друга все равно поддерживали. Мальчик из соседней команды, даже немножко я слышала, за меня болел, он говорил: «Давайте, у вас все получится!» Второму отряду удалось обыграть всех. Довольные ребята отправились на обед. Три, четыре. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Дети есть дети. В столовой было очень вкусно, но почему-то девчонки, которые рядом со мной сидели, пытались мне сплавить свой салат, а мальчишки рыбу. Но в итоге мы пришли к такому выводу, что все можно съесть, если к этому подойти с аппетитом. Мы сегодня вытворяли такое, намазывали на хлеб салатик свекольный, потом картофельное пюре, запили все это компотиком. Было очень вкусно, мне понравилось. Надо взять на вооружение, это такой лайфхак. Ну, просто если я куплю много на мамину карточку, она меня поругает. Ярослав собирает коллекцию фигурок из фанеры собственного изготовления. И сегодня в ней должен появиться известный аниме-персонаж Наруто. Так, первый не пошел. Оказывается, это непросто. Как он это делает? Вот как эту линию сейчас вот вывести отсюда? Для того, чтобы выпилить такую фигурку, нужна сила, нужно терпение. Мне в какой-то момент хотелось как-то развернуть этот инструмент, но у меня не получалось. Я боялась его сломать, поэтому очень осторожно работала. Я, к сожалению, уже не успеваю. У меня занятия по английскому языку. Обещаю доделать. Вспомнила просто свое детство, когда мы занимались выжиганием. Есть похожие какие-то моменты, но здесь все-таки нужно еще немногому учиться. Ярослав приступил к ежедневным обязанностям продюсера. Надо проверить тексты программ, написать и начитать прогноз погоды. Журналист Максим Попов прислал мне текст о кофе. Я его почитал, мне было очень интересно. Я узнал для себя много нового. Хоть этот текст 12+, мне тоже было очень интересно его почитать, но я считаю, можно добавить побольше интересных фактов. Алло, здравствуйте. Это Максим Попов? Я прочитал ваш текст и попрошу добавить вас побольше интересных фактов, чтобы зрителям чтобы слушатели оставались на линии и не покидали нашу радиостанцию. Отлично, жду окончательного результата. Но чувствую себя слишком деловым. Каникулы – отличное время, чтобы подтянуть уровень английского. Языковые школы летом очень востребованы. По данным сайта «Погода-21», предстоящей ночью 12-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый, от 1 до 6 метров в секунду. Самому нельзя придумывать температуру воздуха, так как... Это нам присылают синоптики на почту. Если ты придумываешь погоду, люди поверят тебе, а потом узнают, что это была неправда, и больше... И ты потеряешь доверие. Give me fox. Uh-huh, let's see. Can I have... Can I have... A fox. A fox. Can I have a fox? Yes, here you are. Let's ask, how much is it? How much is it? It's 10 claps. 10. Yes, let's count. 10. Uh-huh. Just give it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye.
Мой уровень английского, конечно, оставляет желать лучшего. И хорошо, что меня отправили с шестилетками. В школе я изучала французский. Но меня спасло то, что я делала уроки со своими старшими детьми, которые здесь занимаются, и меня это очень спасло. Ярослав вернулся домой. Впереди последнее задание – дошить вместо мамы игрушку. Гусеничка поможет Соне запомнить цвета и будет развивать мелкую моторику. Да, в принципе, криво-косо, как всегда. Нитки не идут. Сложновато. Сегодня я попробовал сделать игрушку, но все пошло не по плану, так как пока я занимался нажатием кнопки, не наблюдал за тем, куда у меня идут нитки, и получилось как-то так. Вот результат мамы, а вот мой. Хотя тоже мама очень странно поступила, просто оставила мне машинку и сказала делай. Потом я решил сшить второй раз. Но моя нитка сошла с рельс, и у меня ничего не получилось, так как я забыл, как одевать нитку и чтобы она соединила две половинки. В общем, поскольку я делаю это первый раз, с первого раза никогда ничего не получается, и у меня вот такой вот результат. О, привет, как дела? Все хорошо, но я очень устала. Тяжело было? Очень. А у тебя как день прошел? У меня был классный, суперский день, мне все понравилось. Я знаешь, что поняла? Что во мне живет один очень уникальный и классный талант – это быть жизнерадостным ребенком. По-моему, у меня все получилось сегодня, я совсем справилась, а ты как? А я немножко накосячил в эфире. Что ты сделал не так? Я запинался. Хочу тебя успокоить. У нас сегодня была профилактика. А это значит, что тебя никто не слышал. Но, к сожалению, но я уверена, если бы даже они тебя услышали, твой красивый голос им бы, наверное, понравился. Ну, а то, что ты ошибался, это нормально. Через это проходит любой ведущий, который однажды сидит перед микрофоном и входит первый раз в эфир. А как же эти сообщения и звонки? Все это было сделано для того, чтобы ты почувствовал, каково это работать на радио. Мои друзья мне помогли, мои коллеги по работе. Жаль. Я думала, уже вышел в прямой эфир. Ну, если у тебя есть такое желание, приходи, организуем. Спасибо.